Всем привет, с вами Марта Свит, и сегодня я дома одна. Как одна? А я? Конечно, не одна. Сегодня со мной моя лучшая подружка Эрика, и мы ночуем вдвоем дома сами. Вы будете ржать, но на самом деле мы не договаривались одевать одинаковые пижамы. Погнали! Мы уже на кухне, и сейчас мы решили приготовить себе панкейки. Сейчас я вам все покажу. Так, в общем-то, вот так вот. Нам сюда нужно стакан сметаны, стакан муки, 3 столовых ложки сахара и 2 яйца. И все перемешиваем. В самом конце добавляйте щепотку соды и 2 столовых ложки масла. Выпьем за любовь, за любовь. Ой, крепите. Я ж после 6 не ем. Ага. Я тоже. Давай какой-то фильм посмотрим. Виолетта, например. Давай. Жизнь плохая, без Wi-Fi. Прилично. Борьба за еду. До чего дожили. Так как мы с тобой типа не едим после 6, я думаю, после того, как мы с тобой нажрались блинов, надо потанцевать. Ей. Мы с Эрикой создали такую уютную атмосферу, угадайте для чего? Для того, чтобы погадать. Так, Эрика, какие способы гадания ты знаешь? На руке. Это самый простой способ, и сейчас мы попробуем погадать. Вещи какие? Здесь. Окей, на каком пальце больнее или неприятней? На большом. Вот здесь. Да. На что будем гадать? Давай рыбу. Хорошо, два имени. Саша и... Максим. Окей. А ты как думаешь? Максим. Саша! Короче, это все чушь, на самом деле это детское гадание. Вот я когда была на битве экстрасенсов, меня научили экстрасенсы одному очень-очень классному и реальному гаданию. Сейчас я тебе покажу. Короче, Эрика, ты снимай, я сейчас все покажу. Для этого нам понадобится стакан, большая тарелка и спички. Это гадание для тех, у кого есть 2 пацана, и вы не можете понять, кому вы больше нравитесь. Средняя спичка – это ты. Рядом крестом раскладываем 2 мальчиков, и теперь нам нужно их поджечь. Ну, конечно же, не мальчиков поджечь, а спички. Короче, это гадание для тех, кто не может понять, кому вы больше нравитесь – Акакию или Евкакию. Теперь все поджигаем, и какая спичка прилипнет ко мне, то есть к средним спичкам, тот вам больше и подходит. Короче, поджигаем. Главное сделать это аккуратно и не спалить всю квартиру. Ну уже, зажигайтесь. Е-е-е. Короче, фигня, Эрика, неси маленькие спички. Попытка
номер 2. Пробую с маленькими спичками. Так. И ставлю себя. Так. Надо ровненько. И поджигаем. Так, в общем, я думаю, что пора тушить, а то еще устроим пожар. Поднимаем среднюю спичку. Как? Все, выхожу замуж за обоих. Так, все, Эрика, это какой-то бред. Короче, собираемся. Ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Это был один день с нами. Подписывайтесь на нас в инстаграмах. Ссылочка будет внизу. Не забывайте про лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!